Друзья, всех вас приветствую на канале, меня зовут Артур Романов, и сегодня я подготовил для вас максимально уверенный прогноз на матч английской премьер-лиги, где встречаются между собой Манчестер Юнайтед и Бернли. Перед тем, как начать, традиционно проведем с вами розыгрыш, где у каждого из вас будет возможность выиграть 1000 рублей на халяву. Все, что нужно сделать, это быть подписанными на мой канал, поставить палец вверх этому видео и написать в комментариях точный счет к этому матчу. Сразу скажу, что если угадавших будет несколько, победитель будет появляться рандомным образом. Поэтому, если вы угадали точный счет, это еще не значит, что вы победили. Дождитесь, пока вас согласят победителем в одном из роликов, и после чего с вами свяжется мой менеджер в обсуждениях вашего канала. И также для тех, кто не так давно на моем YouTube-канале, хочу напомню, что у меня есть телеграм-канал, где ежедневно делюсь бесплатными прогнозами, как по линии, так и в лайве. Поэтому, если вам это интересно, если хотите получать больше прогнозов от меня лично, переходите по ссылке, которую я оставлю в описании. Что ж, а мы с вами вернемся к разбору матча Манчестер Юнайтед Бернли и начнем с команды хозяев. Красные дьяволы в этом сезоне действительно очень хороши, здесь сказать нечего. Сейчас видите их отрезок за 20 матчей, у них там всего лишь 2 поражения, команда крайне мало пропускает и на самом деле не так уж и часто играет результативно, хотя вполне могла бы, учитывая их линию атаки. У себя дома команда показывает в целом отличный результат, и по данному показателю они занимают 3-ю строчку. За 15 туров они набрали 27 очков, при этом у них в активе 31 забитый и 20 пропущенных мячей. Что же касаемо их сегодняшнего оппонента, то Бернли — это очень дерзкая, интересная команда. Несмотря на то, что уровень и класс игроков не такой уж и высокий, они показывают довольно неплохую игру. Если мы с вами посмотрим на отрезок из последних 20 матчей у Бернли, то можем заметить, что в целом у них довольно неплохая статистика. При этом, да, в 5 последних матчах, хоть они проиграли 2 последних турах, но перед этим у них было 3 тяжелых матча с Эвертоном, Лестером и Арсеналом, и у каждой из этих команд они отобрали очки. Также стоит отметить, что Бернли тоже не является сильно результативной командой, конечно, интересные результативные матчи встречаются, но не так уж и часто. Гостевые туры для этой команды не сильная сторона, так как за 15 туров они набрали всего лишь 15 очков, при этом в активе всего 12 забитых мячей и 24 пропущенных. Что же касаемо нынешних формы команд, то Манчестер Юнайтед все в целом отлично. Команда по набранным очкам за последние 5 туров занимает первую строчку, они набрали 13 очков из 15 возможных, при этом в активе у них 8 забитых и 2 пропущенных мяча. Как я уже говорил, то что Манчестер Юнайтед мало пропускает, мы с вами в этом не раз уже убеждались, ну а 8 забитых — это вполне нормально, учитывая, что немало сил уходит также на Лигу Европы, поэтому сильной результативности здесь ждать от МЮ не стоит. Ну а Бернли в 5 последних турах набрали 5 очков, при этом в активе у них 7 забитых и 8 пропущенных мячей. Если же мы посмотрим на 5 последних очных встреч, и тут мы с вами не увидим особой результативности. Всего лишь одна игра из 5 была результативной со счетом 2-2, во всех других матчах больше 2 мячей не забивалось. Все мы прекрасно понимаем, что Манчестер Юнайтед является фаворитом этого матча, и объяснения здесь не нужны, но я более чем уверен, что Бернли постарается показать себя и вырвать очки в этом матче. Почему бы и нет? Все-таки уже конец сезона, и хочется себя порадовать в матчах с такими командами серьезными. Плюс ко всему, и Манчестер Юнайтед после тяжелого матча против Гранады, я думаю, что они тоже сильно вперед ломиться не будут, постараются добыть для себя уверенную минимальную победу. Поэтому здесь я не буду ждать голов, и моей ставкой будет тотал меньше 3 мячей. Ну а если же вы, друзья, хотите поставить на данный прогноз вместе со мной, то я могу порекомендовать букмекерскую контору MLBet. Это БК самой широкой линии в СНГ, там есть любой матч и любой исход, который вам по душе. А если вы еще и плюс ко всему ведете промокод, который сейчас видите на экране, то можете получить плюс 100% бонус к первому пополнению, введя его при регистрации. То есть, пополняя на 1000, вы получите 2000, пополняя на 5, вы получите 10, пополняя же на 10, вы получите 20. Бонус шикарен, я уверен, из вас он никому не помешает. Ссылочку я оставлю в закрепленном комментарии. Что ж, друзья, это были мои мысли и мой прогноз на данный матч. Вас же всех я еще раз попрошу подписаться на канал, если вы до сих пор этого не сделали, поставить палец вверх этому видео, если понравился мой разбор. Ну и, конечно же, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать ни одного прогноза и ни одного розыгрыша. С вами же был Артур Романов, всем удачи и всем пока.